Всем привет! Камеры наблюдения и видеорегистраторы порой фиксируют настолько невероятные события, что кажется, в реальной жизни такого не бывает. Сейчас вы увидите самые удивительные моменты, в которые точно никто бы не поверил, если бы их не сняли на камеру. Но перед просмотром не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Представляете, насколько был удивлен водитель, когда увидел на дороге вот такой автомобиль? Если бы я где-то увидел эту машину, готов бы был поспорить на что угодно, что она и с места не сдвинется. А этот микроавтобус вообще разваливался пополам, как только водитель попытался тронуться с места. Но удивляет даже не это, а то, что вместо того, чтобы выйти из кабины, водитель продолжает таранить соседний автомобиль. Если верить старой поговорке, велосипед выдумывать не нужно, а вот усовершенствовать его можно. Если у вас умелые руки и богатая фантазия, то может получиться настоящее чудо техники. Не думаю, что на таком велосипеде удобно ездить, зато он отлично подойдет для экскурсии по городу. Можно не только рассмотреть все окрестности, но и повеселить встречных водителей. Itamara K, voltando pra Recife. Olha o que o cara fez, velho. Engenharia. Brasileiro tem que ser estudado, velho. Какими качествами должен обладать водитель погрузчика? Аккуратность, внимательность и быстрота реакции. Этому парню можно доверить ценный груз. Если вы скажете, что поймали акулу голыми руками, то люди покрутят пальцем у виска и решат, что вы окончательно заврались. Но если вы предоставите видеодоказательства, то это уже совсем другое дело. Некоторые люди очень боятся ездить на лифте. Думаю, герой следующего видео теперь тоже будет подниматься только по лестнице, обходя лифты 10-й дорогой. Только мужчина собрался выйти из лифта, как в кабину влетел целый отряд спецназа. Пришлось ехать дальше в новой компании. Если бы в этом месте установили камеру наблюдения, хозяин этой машины ни за что бы не догадался, кто попытался проникнуть на заднее сиденье. Мужчине нужно донести множество сумок и еще спящего ребенка. Ему приходится нести мальчика на шее. Но и это не все. Он достает еще одного малыша из машины. Просто супер-папы. Каждый водитель на дороге должен быть предельно внимательным, но те, кто управляют грузовиками, должны быть в 10 раз осторожнее остальных. Стоит просчитаться всего на пару сантиметров, и кузов уже не войдет в поворот. Этот грузовик подцепил легковушку, словно на крючок. Водителю грузовика из предыдущего ролика нужно брать уроки у этого тракториста. Вот бы все водители на дороге были такими. К такой ситуации на дороге точно они готовят в автошколе. Но оказывается, зря. Нужно быть готовым к тому, что вертолет может приземлиться прямо на проезжую часть.
Про людей, которые находились в опасности, но чудом уцелели. Говорят, что они в рубашке родились. Герой следующего видео точно относится к таким счастливчикам. Видеорегистратор одного из автомобилей заснял момент, как огромный кусок железа падает с большой высоты вниз, прямо перед машиной. Страшно представить, что было бы, если бы водитель ехал хоть немного быстрее. Если вы часто покупаете шоколадные батончики в автоматах, знайте, что среди них попадаются мошенники. Вот как этот: деньги взял, а шоколадку зажмотил. Вот говорят, звезды в метро не ездят, но это смотря кого вы считаете звездами. По сути, никто из нас ничем не хуже самых знаменитых селебрити. Похоже, эта девушка всегда чувствовала в себе огромный потенциал, но не знала, в какой сфере лучше реализовать свои таланты. А впрочем, какая разница? И в метро можно чувствовать себя не хуже, чем на подиуме. Допросы подозреваемых всегда записывают. Часто это напоминает игру в молчанку. Но этот парень оказался уже очень крепким орешком. Допрос длился на протяжении нескольких суток, но из него не вытянули ни слова. Друзья, если хотите увидеть больше интересного, подписывайтесь на наши паблики в соцсетях. А на этом сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч!